Ненормально, 1 января на джиу-джитсу пришли. Пьяный стиль. Надо быть, чтобы припереться 1 января на тренировку. Кем, блин, такие вопросы задают, мне стыдно, слышишь? Обожравшимся салатами. Я всем своим ученикам объявил, что, ребят, если среди вас есть психи, обязательно приходите. Вот. Но, как видишь, никто не пришел из моих учеников, кроме меня. Соответственно, надо быть мной, психом в одном лице. Единственный повод, чтобы Витя Крищик вернулся на татами, это тренировка 1 января. А график тренировок день через 365. 364. Людра, вы пили вчера, у вас стекла запотели. Ну что, устал хоть чуть-чуть? Ну чуть-чуть, немного. После оливье очень тяжело, если честно. Но не только оливье. Слово рулить никто не умеет. Не научился по лицам определять, кто умеет, а кто нет. Слушай, ты не угадаешь никогда. После Нового года все одинаковые. Он мне говорит, я на технику работаю. Сейчас только что килограмм 200 на мне легу. Но у Димы такое красное лицо, что ему было очень сложно с тобой справляться, судя по всему. Это да. Через поры выходит свекла, слышишь? Главное, чтобы крабовые палочки, чтобы это не вышли через дверь. Всех с праздником! Поздравляю подписчиков с Новым годом, пока я отдыхаю. С Новым годом! Не болеть всем! Так, ну и так получится. Ребят, самое главное вам здоровья, вот, удачи во всем, не болеть, без травм в этом году, побольше золота, серебра тоже можно, потому что она тоже ценится. Вот. Ну и побольше, самое главное, турниров, не лихяничать и быть подписчиком BSG Freaks. И говорить друзьям то, что джиу-джитсу это круто. Всем ос. А так, ребят, вам всегда всех благ. Вне зависимости, 31 декабря, 1 января, 1 марта. Под загидом вы... Всем мира, тихо. Боремся. Вот сюда. Мир, жвачка, джиу-джитсу.